Всем привет, ребят. Ну что, приехала я на вашу любимую рыбалочку. Многие просили выезжать на мирную рыбу побольше. Ну, послушаюсь вас. Не буду сейчас выезжать, да и сама уже хочу. Судак надоел. Ну и сейчас на лед лучше не суваться. На реке, где есть течение. Потому что у нас плюсовая погода очень долго была. Там уже вот двое знакомых провалились, поэтому не рискнула. А так хотела, конечно, на судачка поехать, но передумала. Поэтому сегодня мы приехали за забанчиком. Не обращайте внимания на голос, если чуть такой приболевший, не знаю, кашель начался. Больше симптомов нету, просто кашель сильный. Хотя вроде не болел. Поэтому я только откашлялась и тяжело разговаривать. Пришла на то же местечко, где я была в прошлый раз. Сегодня буду смотреть по камере, бурить, искать. Надеюсь, найду быстро. Ну, сейчас попробую на этих луночках. Нет-нет, пойду искать дальше. Насадочка, мотыль. Прошлый раз только на мотыля брал. На парика вообще не хотел. Даже на бутерброд с опариком не хотел брать. Прикормочку сегодня взяла. В прошлый раз все позабывала. Сегодня я... О, дно. Ну, давайте смотреть. Думаю, подзасыпать сюда прикормочку. Потом пойду искать. Может, когда вернусь, тут уже поклевочки начнутся. Если закормить. Надеюсь, конечно. Ну, сейчас прикормочка упадет на дно. Тут вроде сидели ночью. Видно. Луночки ночные. Не знаю, как будет брать. Первая поклевочка была. Ну, давай. Есть. Первая, ребят, что-то у нас там идет. Сейчас посмотрим. Что у нас там за зверечек? Ну, эти радуют мои луночки стали. Сейчас главное, чтобы никто не пришел, а то распугают. О, карась. Кто говорил там, что карась зимой не клюет и зарывается выл? Все, он поклевывает. Просто его надо найти. Оба. Такие еще осторожные поклевки, но это точно карасиный. Он всегда так осторожно клюет. Тянуть его, конечно, приятно. Пробовать. Если тут будет клевать, то вторую удочку поставлю. Пока что одну проверяю. Посмотрим, что нам там по камере показывает. Недалеко ушла от своей луночки. Сейчас будем смотреть. Может, у нас там здоровые караси ходят. Все равно интересно так по камере, конечно, смотреть. Уже не первый раз ей пользуюсь. До этого была на рыбалочках. Конечно, очень спасает, чтобы упростить себе задачу, как найти рыбу. Так. Засняла вам моменты, как плотва ходила, но почему-то у меня на камере этого не отображалось, хотя запись шла на флешку. Не знаю, не нашла почему-то. Так. Где у нас тут
дно. Вот оно дно. Упало сильно. Муть. Пока что муть, ничего не видно. Вот оно дно. Видите? Никого нету. Походу тут один карась. Заслан был и все. Никого. Плохо видно, потому что намутило. Никого, никого. Так, это у нас свет. Ну что, ребят, 2 часа прошло, я столько мест поменяла, никак не могу найти. Люди сидят толпой, и там у кого-то одного клюнет, они выбегут, начинают ловить. В итоге 2-3 и все. У меня тут поклевки были, я тут посидела, ушла. Пошла искать его. Нигде больше его не нашла. Поклевок 0, все бегают, ищут. Не знаю. Я вообще думала, сегодня хорошо рыбалка начнется. Видите, один карась. Клюнул и все. А если бы он поклевывал, так было бы хорошо. Ну, в итоге решила не искать, не бегать. Смысл от этого. Села. Сижу на своих закормленных лунках. Буду ждать, может, что проклюнет. Нет, домой поеду. Не знаю, что такое, почему не клюет. Ну, и такая рыбалочка у нас тоже бывает. Видите, не всегда поклевывает. Не всегда получается приехать домой с рыбой. Был бы хотя бы карась, было бы вообще отлично. У всех ноль, все бегают, ездят, ищут, а его нигде нету. Сегодня погодка, конечно, теплая вообще, прям хорошая, но еще бы поклевочки были, поэтому, скорее всего, поеду домой. Не знаю, может, выложу вам это видео и еще другой видос соединю, посмотрите. Какие рыбалки тоже бывают. Ничего интересного, конечно, но что-то мы поймали там, были с моим другом на рыбалке. Еще когда морозы хорошие были, с палаткой хотели на леща посидеть, на плотву, на засолочку наловить. Поэтому выложу вам, посмотрите. Там еще такая погода ужасная была. Метель, извиняюсь, ветрище. В общем, вообще погода не для рыбалки была. Ну, кое-как поймали, еще представляете, я там на камеру снимала подводную, что рыба ходит, но не берет. Вот она подходит к мормышке и не берет. Если кто знает, вот почему так. Она ест прикольку, но не берет мотыля. Я это снимала, но в камере почему-то не высвечивается, что эти видео есть. Не знаю, куда они ушли, но рыба подходила к мормышке, смотрела и не брала, уходила. А ходила там ее толпа просто. Поэтому, если кто знает, напишите, почему так. Ну, буду ждать. Думаю, сейчас нет-нет, часок поеду домой. Буду лечиться, пока не буду выезжать на рыбалку, потому что у нас скоро морозы начнутся сильные. И нужно будет ехать ловить судачка. Да и можешь с ночевкой куда-нибудь. Поэтому лучше посидеть дома, подлечиться. У нас же плюсовая погода была, я уже думала, все. Начинается весна, скоро поплавочек, ага, морозы резко стукнут. Ледобур у меня торнадо, если что. Ну, такой вот небольшой, мне он нравится, удобненький. У меня в прошлом году такой же, только розовый был. Ну и диаметр лунки поменьше. Этот 130, а тот у меня на 100 был. Мне, в принципе, нравится. Мне намного удобнее этим бурить, потому что шуруповерт там я не умею еще. Кто помнит видео, я рассказывала, что я себе кольцо вывернула и палец, когда шуруповерт там бурила. Не знаю, может, если полегче он, шурик, то получше будет, потому что тот, который был у брата, он очень тяжелый был, я его еле удержала.
еще, ребят, жесткий. А? Да я его с камерой. Палаточку ставим. Мы уже уходим. Ну что, всем рыбакам привет. Мы с Артемом поставили палаточку. Он замучился, это его первая рыбалка, да? Да вообще. Мы вообще шли, там метель, ветрища, на дороге тоже метет. Сегодня ветер где-то 11-12, я смотрела. Но мы в палатке, нам теперь ничего не страшно. Рыбу мы пытались искать, прошли, наверное, лунок 10, не нашли мы ее. Потому что нету почему-то. Думаем, сядем, будем закармливать. Сели так примерно, кое-как, где, я помню, в том году клевала. Вот. Ну, закормим и будем ждать. Потому что плотва могла испугаться. У нас вообще сегодня по рыбе плотва, подлещик. Это все, что должно поклевывать. Надеюсь, удачно будет. Сейчас очищаем луночки, садимся и будем закармливать. Ну что, ребят, достаем прикормочку. Она у меня сегодня на плотву. Вот так, где тут плотва, лещ. О, мышки прогрызли как раз. Открывать не надо. Тебе какую, мою засыпать? Ну, давай мою засыпем. А я думаю, ее мочить будем. Нет, вот так, и потом размешиваешь этой. Я не буду во все лунки засыпать. Да, да. Так, в эти засыпем. С чем она у нас? Ваниль, карамель, корица. Ну, надеюсь, будет поклевывать. Глубина, ребят, нормальная, метров 7 где-то. Как раз такая для плотвы и для подлещика. Так, давайте посмотрим, какие достанем. Достанем вот эту. Сейчас. Оба. Такая вот серебристая. И еще черненькую достанем. Думаю, будет нормально. Удочки самые обычные, кто будет спрашивать, я на Озоне заказывала. Ну, ничего такого интересного. Так, сегодня у нас мотылик. Сейчас на одну мотыля насажу, а на другую опарика с мотылем. Будем смотреть вообще, на что будет и будет ли клевать. Людей немного около нас, две палаточки, и там еще люди отчаянные, самые пошли далеко. Ну и не знаю, в такой ветрище вообще невозможно куда-то далеко идти. Есть? Есть? Да. На этот? На мотыля. Нет, на проводку, да? Ну, играл, да. На игру у Артема взял. Блин, все, у меня сразу настроение появилось, что мы... Ух ты, что мы не просто так поставили палаточку. Значит, надо на игру пробовать. Не буду я пока камеру тогда. Буду на игру. На стоячку, видите, не хочет. А у тебя что за мормышка? Черная? Да. Давайте попробуем. Сейчас попробую. Запах рыбкой. Долго играл? Ну так. Ну прямо у самого дна практически. Вот сейчас ты как бы. Сейчас будет вторая. Молодец, забыл свое. Ну вообще хорошо видно. С этим, с фонариком. Так. А, вот она, мормышка, это моя. Куда делась? Вот она, видите, ребят, мормышечка играет. Так, ну, пока никого нету.
будем ждать. Ребят, ну его нафиг. Мы пошли, пробурили лунки. Там ветрище вообще сдувает, метет. Снега куча по колено, идти вообще тяжело. Решили мы закормить и сидеть, потому что около палаток пришли, у них тоже ничего нету, они выходят, ждут. Ну, будем ждать, может что, да и клюнет. А ты где его брал? Это мое домашнее. Ну, в смысле мое. Да. Все, клюет? Как пахнет. Ну что, ребят, не клюет у нас? Мы решили сами поклевать. Будем ждать, потому что ходить там, как я уже говорила, невозможно. Сейчас покушаем. У нас тут яйца, сальцо, хлебушек, еще сальцо. Вообще красота. До часу посидим, нет, поедем.